І тепер обличчя нової Росії – це ось. Привіт, Росія. Это Шаман. Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить. Они хотят стереть, отменить, удалить мои песни. Песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить. У них не получится это сделать, как бы они ни старались. Потому что мы одна семья. Мы едины. Мы правда и сила. Мы Россия. Запоминайте. Сегодня вечером в 21:00 увидимся у американского посольства. Покажем им. Тобто воно виводить людей на протести не через блекаути, обстріли чи тисячі загиблих, ні. Аккаунт йому в Ютубі заблокували і тепер ніде бабосік заробляти. Я русский! Всему миру!